Я Алиса, и я представляю свою картину «Вся Вселенная». В этой картине я хотела показать, что возможности человека безграничны. Человек — это вся Вселенная, и вся Вселенная есть в каждом из нас. Мы во всем. И все есть в нас. Планета, звезды, разнообразные энергии, которые, возможно, невидимы, которые только подразумеваются. И совершенно не имеет значения, с какой стороны посмотреть. Потому что вся Вселенная — это единое целое. Все воспринимается в целостности. И мы — часть этого прекрасного творения. Этого прекрасного создания нашего мира, который есть нашим домом. В этом доме нам всегда комфортно, уютно, мы всегда чувствуем себя защищенными. Можем творить так, как сотворил нас Создатель.